Привет! В сегодняшнем видео я расскажу о том, как подготавливаться к посольству и какие документы необходимо с собой взять на интервью в Генеральном посольстве США. Если говорить про обязательные документы, которые приведены на сайте посольства, то это паспорт заграничный и ваше подтверждение о заполнении анкеты DS-160. Эти документы вы должны с собой взять обязательно. Все остальные документы, которые приведу вам я, являются желательными, но, в общем-то, не обязательными. И у вас их могут не попросить, но я вам рекомендую взять, чтобы, во-первых, чувствовать себя спокойней. И консул может попросить какой-то из данных документов, если вдруг у вас его не окажется, то это может послужить к тому, что вам могут отказать в визе. Итак, первый документ, который лично я брала с собой, это была справка с места работы о предоставлении вам ежегодного оплачиваемого отпуска с сохранением за вами рабочего места. Данная справка имеет произвольную форму. Я вам в ссылочке по данному видео приведу вид той справки, которую брала с собой я. Если описывать информацию, которая там приводится, то лучше это делать на фирменном бланке компании, где указано то, что вам предоставляется отпуск на определенный период с сохранением за вами рабочего места. Опять же, как я уже говорила, данная справка является необязательной, но она желательна. Следующую справку, которую стоит с собой взять, это документ о ваших доходах. Правильно это называется справка 2 НДФЛ, где бухгалтерия отражает ваше поступление денежных средств за определенный период. Лучше эту справку брать за последний год, и сумму, которая там указывается, а именно ваш оклад, ваша зарплата, лучше указывать, чем больше, тем лучше. Естественно, если консул попросит у вас эту справку и увидит то, что вы получаете в России достаточно неплохие деньги, это может подтвердить, скажем так, вашу связь с родиной. И поясню, что сумма, которая у вас будет стоять в справке 2 НДФЛ вашего месячного дохода, должна обязательно совпадать с той суммой, которую вы указывали в анкете DS-160, где вы указывали вашу месячную зарплату. Следующий документ, который необходимо будет взять, это буклеты либо какую-то символику с вашей работы. Если у вас компания крупная, либо сетевая, либо международная, ну и в любом случае, если в вашей компании есть какие-то журналы фирменные, какие-то буклеты, какие-то календари, любая символика, которая указана на этих вещах, вам необходимо эти документы взять. Если вдруг поступит вопрос от консула, где вы работаете, и спросит о деятельности вашей фирмы, опять же, только если он попросит, вы можете ему эти вещи показать. Следующий документ – это выписка с вашего лицевого счета в банке, где отражается наличие ваших денежных средств. Эта справка является необязательной, но, повторюсь, лучше данный документ с собой взять. Опять же, чем выше сумма, которая там указана, тем лучше. Следующий документ – это справки о какой-либо собственности в наличии, будь то имущество, квартиры, машины, не знаю, гаражи, дачи, земля. Если есть какие-то вещи, которые записаны на ваше имя, возьмите их с собой. Опять же, это может послужить частично доказательством вашей связи с родиной. Далее, что необходимо будет взять, это предыдущие заграничные паспорта, если у вас они были. И если у вас эти паспорта, паспортный стол изымал, когда вам оформлял новый загранпаспорт, то нужно обязательно сделать предыдущие копии виз. Лично у меня консул попросил мой предыдущий паспорт, но на руках у меня его не было. Соответственно, у меня была копия визы моей предыдущей американской, и он этот документ у меня попросил. Я не думаю, конечно, что если бы у меня на руках его не оказалось, это было бы критичным, но так или иначе, этот документ у меня был, я предоставила по требованию консула ему. Я думаю, что это достаточно неплохо. И последнее, что необходимо с собой взять, это ваш план поездки в США. Если вы помните, в предыдущем видео, где я рассказывала инструкцию о заполнении формы DS-160,
Я говорила, что в вопросе о ваших планах поездки в США нужно указывать «нет». Понятно, что когда вы подаете на визу, и у вас есть уже забронированный отель и билет, это немножечко странно, потому что визы у вас еще нет, а вы уже, грубо говоря, потратили какую-то сумму для того, чтобы заказать билет или гостиницу. Но консул вполне может спросить о ваших планах поездки в США, лично у меня этот вопрос был, и я на обычном листе формата А4 распечатала абсолютно произвольный план, где я указала города, которые я буду посещать, примерные названия гостиниц, то есть я взяла обычные названия гостиниц с сайта Booking.com, опять же, не бронируя там какие-либо билеты, и указала количество дней, которые я буду проводить в том или ином городе. Эта бумажка имеет абсолютно произвольный вид, то есть пишите город, название отеля, его адрес и количество дней, которые вы там планируете оставаться. Больше абсолютно ничего с собой брать не нужно. Еще раз повторюсь, что данные документы являются абсолютно необязательными, и исходя из моего личного опыта, и я достаточно долго наблюдала, как проходит собеседование в посольстве у других людей, как правило, эти документы ни у кого не спрашивают. То есть самый главный фактор – это ваше настроение, ваше поведение. Консул смотрит именно на то, как вы себя позиционируете, как вы себя ведете. И когда человек с собой приносит кипы документов, куча справок и бумаг, и начинает их показывать консулу, хотя тот у него абсолютно этого не спрашивает, то на самом деле это очень подозрительно. И если вы взяли кипу этих документов с собой, консул, естественно, будет обращать внимание на то, что вы к этому интервью долго готовились, соответственно, для вас это очень важный момент, и вы необычный турист, и вполне возможно, что вы потенциальный иммигрант. И в конце хочу добавить, какие документы брать с собой не нужно. Как я уже сказала, это брони гостиниц, подтверждение брони авиабилетов и так далее. Потому как я уже говорила, любое заранее забронированное место либо авиабилет при отсутствии у вас визы на руках может повлечь за собой отказ. То есть зачем вам покупать заранее билеты, если у вас еще визы нет? Поэтому ни в коем случае бронировать билеты не нужно, показывать их консулу тоже не нужно, да, в общем-то, у вас это и не спросит. В следующих своих видео я расскажу о том, как вести себя на собеседовании, что нужно одевать, как нужно выглядеть, и расскажу лично о своем опыте прохождения интервью в посольстве. А была я там всего 3 раза, 2 раза удачных, 1 нет. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, оставляйте их под вашим видео. С удовольствием с вами пообщаюсь. Всем счастливо и пока!